Хочу показать вам свой ежедневник, который я изготовила совершенно недавно. Я уже немножко с ним поработала и могу точно сказать, что он отвечает на 90% тем моим параметрам, которые я задавала для этого помощника. Для меня был самый главный критерий – это наличие колец, чтобы можно было снимать и дополнять листики в таком количестве, в каком это необходимо. Также для меня было важно, чтобы кольца были небольшого диаметра. Я нашла кольца диаметром 1,5 сантиметра. А еще у них есть прекрасная система раздвижки. Вот так, при помощи двух маленьких рычажков, очень легко и просто открываются кольца. Ежедневник получился качественным. Для фиксации страниц и обложки у него есть резинка. Ежедневник я наделила небольшим количеством листов. Зачем мне, хрупкой девушке, носить большую тяжесть с собой? Все самое нужное и необходимое будет в моем ежедневнике. Что в нем есть? В нем есть календарь. Календарь, который я распечатала и просто заламинировала. Об этом я вам показывала, и вы уже в курсе, как делать ламинирование в домашних условиях. В нем есть линейка, которая легко снимается, если мне необходима ее помощь. Вот так. Далее у меня есть календарь года, где я могу записывать какие-то важные события для того или иного месяца. Следом у меня идет разворотка на месяц. Я для вас ставила просто чистые листы. Конечно же, они у меня заполняются. Опять же, эти месячные развороты каждый месяц меняются, потому что старые уже не актуальны. По желанию я могу комплектовать ежедневник различными цветовыми страницами. Это помогает структурировать и разделять дела. Я не могу отказать дочери потворить. Планирую я свои дела на основе Bullet Journal. Это интересная система, методика, и мне она сейчас, в данный момент моего времени, очень подходит. Я вставила небольшое количество листов для того, чтобы не создавать объема и не придавать веса для моего помощника. Преимущество кольцевого механизма в том, что я могу вставлять туда различные бумажки, которые у меня не потеряются и для меня несут важную информацию. Когда эта информация станет для меня неактуальной, я с легкостью выну листик и освобожу место для новой информации. Преимуществом кольцевого механизма еще могу отнести тот факт, что можно вставить документы, которые необходимы в данный период времени. И они совершенно точно никуда не убегут. Но когда уже актуальность в нем будет исчерпана, просто вынимаю лист, и ежедневник у меня остается в чистоте и в порядке. Еще свой ежедневник я наделила двумя пластиковыми карманами. Этот карман на замочке и еще один для каких-то визиточек, карточек. Отдельно хочу сказать о преимуществе вот этого кармашка на молнии. Часто необходимо сберечь какую-то важную маленькую бумажку. И для этого как раз придет тот факт, что замочек можно открыть, положить туда этот важный документ, закрыть, и точно понимаю, что никуда не денется важная от меня информация. А также я не теребила свой ежедневник, а легко при закрытом состоянии открыла карман, положила туда информацию и закрыла. Она всегда будет в сохранности. Вот так я вам поведала, как же я создала свой идеальный ежедневник, который мне помогает планировать и создавать свой день более продуктивным.